Пойдем, Мирка, пойдем. Марсюха! Марсюха! Бегом к нам! Земляне, вы не представляете, я сейчас 20 минут разговаривал с выключенной камерой. Представляете? Я шел, чтобы отдать Сане зарплату. Он там работает с деревьями. Ну, слушайте. Где ты там, Марсюха? Шел, шел, потом я... Сейчас я вернусь опять на ту точку. Расскажу. Вот что значит. Уже сколько раз зарекался, что... Проверь, горит лампочка, не горит. Вот я здесь стоял, вот я отсюда начал свое видео. Но не посмотрел, включена, не включена камера. Еще раз говорю, я шел туда отдать Сане зарплату, конец недели. И увидел вот такую красоту, розочки. Смотрите, какие нежные переливы. Взял камеру, включил ее, якобы не посмотрел, что она не включилась. И 20 минут ходил, разговаривал с выключенной камерой. Во. Потом я, значит, пошел. Да, я пошел же один. Потом я пошел туда. Позвал Марсика, Мирку. Они там сидели на веранде. Вон там, на кухне. Ну, как обычно, они возле кухни. А сейчас они уже со мной. Сейчас уже Марсик обратно идет. Вы видите? Вот он. Он уже прошел обход. Марсюнчик, ты прости, подлеца. Я немножко напутал. Пойдем еще разочек. Поворачивай назад. Я тут с Марсиком разговаривал. Что-то там планировали, когда на Марс полетим. В общем, я уже не помню о чем. Все, разворачивайся. Старый дуралей, блин, забыл. И, в общем, я шел-шел. Вы их же позвал. А сам вот, я уже сюда подходил. Вот это я снимал все. Это уже все по второму кругу. Это как у Виктории был день рождения. Вот на этом месте мы взорвали салют. Взорвали, собаки лаяли, все было красиво, хорошо. Потом я глянула, камера выключена. Ну что, а, Марсюнчик, ну пойдем, пойдем. Идем, еще пройдемся. Марсюшкин. Ну и что вы думаете? Обиды, а уже шампанское выпито. Салют тоже из 25 там этих залпов прогремел. Кто тут у нас? Мирка проскочила. Ой, пришлось покупать, ехать на следующий день салют, брать опять шампанское, ждать следующих выходных, потому что у нас... И ровно через неделю или там через 3 дня пойдем, Арсенч, я знаю, ты, вот, ты и прохрамываешь. И через 3 дня мы опять взорвали этот салют, но я уже убедился, что лампочка горит, я убедился, что съемки идут. Вот, а сейчас я опять повторил ту же ошибку. Ну, правда, мы уже в другом месте салют взрывали. А кто знает, где мы его первый раз взрывали? И как вообще, что было? Но надо было все равно показать, что день рождения закончился салютом. Пойдем. Я медленно иду, потому что Марсик, он прихрамывает, у него ножка болит. Ну, что? Что у тебя ножка болит? Скажи человечеству. Марсюнчик. Видите, как он пострадал, человек. Пострадал, что? Подрался с Жориком. Тот его кусанул. Жорик тоже перебинтованный лежал. Гематому снимали в доме, а этот на улице. Изолировали их друг от друга. Вот здесь я уже был, и Тютюна я уже показывал, и с Саней я уже встречался, и деньги уже ему отдал. Может быть, для повторности достать портмоне еще раз ему. Саня, ты где? Я тебе зарплату принес. Я тебе зарплату принес. Че, иду? А я ж тебе уже отдавал. Ты второй раз прибежал, а? Это ж я ходил, рассказываю землянам, что ходил, ходил. Ага. Камера выключена была, я ж тебе деньги отдал. И вернулся опять, и по новой стал снимать. Ага. И вот сейчас как будто бы тебе подхожу, опять деньги. А так бы хорошо было, да? Помнишь, как в анекдоте, говорит, этот мужик, когда на молодой женился... Я пришел исполнить супружеский долг, да. Через полчаса приходит опять. И потом опять, и так всю ночь. Она же, слушай, да склероз. Так вот и у меня. Я же тебе давал, не давал зарплату. Ну, давали. Давал, да? Я просто так отозвался. Ну, понятно, понятно. Ну, это ты собираешь... Да, зеленовато. Зеленовато. Ну, в общем, поставь. Я что, для чего это? На столе поставь. Придут гости, угостим.
дай попробую. Я же уже подходил, я уже пробовал. Все это уже было, земляне, это уже дежавю. Это все по второму кругу. Ну давай. Это собирай. Я тоже подыграл. Ну и ты подыграл. Так и Марсика пришлось вытаскивать второй раз. И Мирку. А мы шли куда? Мы шли посмотреть. О, черешенка вкусная какая. Немножко кисловато. Мы же шли. Вечерняя прогулка, да, Марсюха? Чем мы-то шли сюда? А я же рассказываю, что у нас птички завелись. Ну, пойдемте со мной. Мира, пошли. Вот они не спешат, потому что на пути попадается, видите, и черешня, и клубника, и тютина, и все что-то. А тут ящерица еще. Конечно, попробуй тут от такого соблазна. Но я же иду показать, что у нас птички завелись. И буквально неделя не прошло, как они поселились вот в этом скворечнике. Я уже видел. И сейчас какая-то вылетит. Видите, я тут три раза проходил, и три раза она вылазила. Еще я, знаете, что хочу показать, как красиво цветет катальпа. Мира! А вот какие-то цветочки. Не знаю, как называется. Здесь. Ну что, сейчас катальпу покажу. Вот они. Ой, пчелку спугнул. Смотрите, вот они чем-то на львиный зев. Такие вот, знаете, цветочки растут. Они на ночь закрываются, по-моему. Не помню. И вот такие вот. Ой, знаете. А? Красота?